Видео снято при поддержке паблика DS Dota. Новости, клозы, турниры и многое другое. Подписывайтесь, ссылка в описании. Всем привет, с вами Султан Доты и это гайд на Сларка. Сларк — морское существо, его еще часто связывают с Нагой. Насколько я помню, у них была история с тюрьмой и так далее, но это не важно. Самая главная роль Сларка — это Кэрри. В самом начале делаем такой закуп. Покупаем Ring of Protection, он нам нужен будет для Базилы, потом мы апнем Акву. Далее покупаем танго и банку регенки ХП и банку регенки МП. Далее выбираем лайн. Как и в прошлых гайдах, нам все равно на какой лайн идти, на легкий, на сложный или в мид. Потому что у нас есть второй скилл и он позволяет нам уйти от врага. Ну и в самом начале мы качаем второй скилл, это самый важный наш скилл. Прыжок. Сларк прыгает вперед, если ему встречается вражеский герой, он наносит ему урон и привязывает к точке. И вражеский герой не может выйти за пределы радиуса. И вы можете при этом бить вражеского героя. Так, а нельзя привязывать невосприимчив к магии, да? Заметьте, если не будет вражеского героя, то вы просто прыгнете вперед и все, и дальше пойдете. Если вы прыгнете на деревья, деревья сломаются. Еще очень важно, заметьте, если у врага есть блинк, типа Магина, Акаша, вы прыгнули и привязали их, они спокойно могут уйти через блинк и отвязаться. Но такие герои, как Мирана, если вы прыгнули на Мирану и привязали, если Мирана сделает свой слип, ну прыгнет, да, прыжок, она не уйдет, она просто на одном месте подпрыгнет и останется, и вы будете дальше ее бить. Если враг использует телепорт и вы на него прыгнули, то он просто телепортируется и отвяжется. На втором левеле качаем первый скилл. И дальше уже будем максить второй, первый, второй, первый и так далее. Что же делает первый скилл? Во-первых, он наносит врагам в радиусе урон. При этом Сларк теряет 50% своего здоровья. Например, на первом левеле 75 урона... 50% будет нанесено нам, 75 врагам. Также снимаются негативные эффекты. Самое главное, учтите, во-первых, что скилл срабатывает не сразу, да? Нужно ждать 1,5 секунды. Во-вторых, всего будет 10 волн подряд. То есть вы используете скилл, и происходит 10 волн, но вы их практически не заметите, они будут очень быстрые. И каждая волна снимает негативные эффекты. Поэтому, например, когда вы начали использовать скилл, вас, и вам будут кидать негативные эффекты, вы будете по 10 раз можете отбить их. Но это будет очень быстро. Также эта способность невозможно совершить самоубийство. То есть, если у вас будет мало ХП, да, и вы заюзаете скилл, вы себя никогда не убьете. Еще важно, смотрите. Например, если вы использовали скилл, он начал подготавливаться, да, и вас убили, скилл останавливается. То есть, дальше он не будет наносить урон врагам. Потом, как появились деньги, собираем Базилу. И выключаем ее. Самое главное, выключаем. После Базилы собираем Пур Шилд. Великолепный итем для нашего героя, повышает его выживаемость. Сларк, он сам по себе довольно хиленький. Также Пур Шилд даст нам статы на ловкость. В начале, да, от второго и первого скилла самая большая польза. Первый скилл, кроме того, что он снимает бафы, он дает нам хороший урон. То есть, получается, мы вторым скиллом прыгаем на врага, наносим урон. И с помощью первого мы наносим урон врагам в радиусе. Далее мы уже покупаем ПТ. ПТ — самый лучший сапог для Сларка. Мы уже будем его переключать на силу, на ловкость и на интеллект, когда нам нужна будет мана. Ну и пришло время ульты. Само собой, на шестом левеле мы качаем нашу великолепную ульту. У ульты есть два вида работы. Во-первых, пассивная, а во-вторых, активная. Пассивная. Если нас не видят враги, у нас увеличивается скорость передвижения и регенерация здоровья. И активная. Когда мы нажимаем на нашу ульту, мы скрываемся в тумане. Враги нас не видят, но они видят только туман. При этом нас спалить невозможно. Ни варды, ни пыль, ни гемы... Ни под вышкой, нигде наш герой не палится. Мы можем бить под туманом, при этом враги нас видеть не будут.
Но, я уже как сказал, да, они будут видеть ваш туман, это минус. То есть, все враги, у которых есть АОЕ, это любые массовые станы, любые скиллы, они могут наносить урон по вам, это очень важно. Например, если вы подбежите и побьете кентавра, да, кентавр вас не будет видеть, он не сможет вас бить с руки. Но он может сделать стан, и тогда вы попадете в стан. Ну и идем опять убивать. Подбегаем, прыжок, бьем с руки. Здесь я не делал первый скилл, потому что я видел, что у него мало хп и что я его убью с руки. И заметьте, здесь у меня тапок на интеллект, потому что я жду регена маны. Это очень важно. И опять идем убивать. Вот, например, Тини, да, видите, начинает убегать. Мы бежим за ним, прыжок, промахнулись, врубаем ульту. То есть они моего героя не видят, но они видят только наш туман. И убиваем. Не забывайте, когда мы под ультой, мы невидимые. Когда мы невидимые, у нас срабатывает ускорение и реген здоровья. Профит. Далее покупаем Лотар. Лотар — это один из самых лучших итемов для сварка. И многие этого не понимают. Он напрямую взаимодействует с нашей ультой. А это и есть самое главное. Вспомните, как работает наша ульта. Когда мы невидимые, у нас увеличивается скорость и регенерация. Под Лотаром мы невидимые. То есть, что дает нам Лотар? Во-первых, мы врубаем Лотар, у нас появляется скорость и появляется реген. Во-вторых, опять же, мы можем незаметно подбежать, ударить, нанести дополнительный урон и сразу же сделать связку. Также увеличивается атака и увеличивается скорость атаки. Ну и теперь, когда мы прокачали первый и второй скилл, начинаем прокачивать третий скилл. При каждой атаке по вражескому герою мы воруем у него характеристики по одному очку. При этом мы все эти характеристики превращаем в свою ловкость. То есть у нас увеличивается ловкость. Через некоторое время эти характеристики возвращаются вашим врагам. Но при этом заметьте, если вы у врага, когда вот, например, вы деретесь с врагом, да, наворовали у него характеристики и врага убили, когда тот возродится, у него все будет восстановлено. То есть восстановление характеристик у врага и у вас происходит по-разному. Это очень хороший скилл, который делает из сварка машину для убийств. Но вначале от него потенциал минимальный. То есть сварк, чем больше будет бить, тем больше он наворует характеристик в ловкость, да, свою переведет, тем больше у него будет атака. После Лотара лучший итем для сварка будет дизолятор. Дизолятор будет уменьшать броню у врага, и сварк будет отрывать такие кусманы нереальные. Пукс! И пукс. Добил первым скиллом, вы видите? Далее пример прыжка, чтобы догнать врага. Прыжок, удар. После дизолятора уже можно собирать, в принципе, все, что захотите. Например, можно собрать башер. Тоже очень хороший итем для сварка. Можно собрать МКБ, это будет урон плюс микробаш. Потом можно собрать баттерфляй. Даст нам ловкости, даст нам уворот. Ну еще на заметку, да? Вы можете под своей ультой спокойно ходить по огню. Например, под огнем Батрайдера или под ультой Джакира. И вдруг Сларк почувствовал неладно и решил купить вард, чтобы спалить. Что здесь такое? И... Что это, господи? Ну и давайте, собственно говоря, уже подводить итоги, да. Я делал гайд на примере данной игры. Хотя игра была, в принципе, довольно такая легкая. Вы видите, что мы полностью доминировали над врагом. Но это и не важно, потому что моя главная цель — донести до вас информацию. Тем более, я эту сборку пробовал в 3 играх подряд, да, и во всех она была шикарная. Все, всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!